Всем привет! И сразу извиняемся, что мы показываем унитаз. Но у нас ребенок развлекается. Сейчас мы ему спустим воду. Лер, спусти воду, Лер. Ему очень интересно. Этот унитаз немножко повыше, а там внизу у нас пониже вот этот вот сам стульчик, скажем так. И он лапой достает до воды, и вот когда спускаешь, он лапой еще вот так вот вокруг проводит. По потоку воды. И не боится. Если я обувь мою в ведерке, в прихожке, он со мной в ведре ляпается лапами. Я губку споласкиваю, и он лапами в ведро и ляпается вместе со мной. В общем, вот такой водяной рыжик у нас. Прям интересно ему, интересно. Лер, спусти еще раз воду. Много ли ребенку для счастья нужно? Ну, совсем чуть-чуть, всего-то один унитаз. И чтобы рабочий был. Ага, и хвостиком поиграть. Только не свались. Лер, смотри, чтобы он не свалился. Придется его сушить. Ну, что делает? А?